Подобран секретный предмет. Снова дверь. Снова надо искать ключ. За дело.
Вот мы и на месте. Это замок Рока. Найди короля. Начнем вечеринку. Thank you.
Смотрите, как ты не кал, ты китника подпутан. Было прекрасное утро, но в воздухе пахло неприятностями. Что-то мне подсказывало, что это будет не лучший день в моей жизни. Одно было ясно, они хотели видеть меня. Что-то по поводу пропавшей принцессы. В общем, как обычно, куда я ни оборачивался, отовсюду на меня глядели подозрительные лица. Из каждого угла. Ну что ж, я решил играть по правилам. Может быть, это сделал жених? Подозрительным было уже то, как он тут стоял, тихий, почти радостный. Или все-таки король, скрывающий свои истинные намерения за большими очками, с неподвижным лицом, словно высеченным из камня. Или королева. Нет, это точно не она. Хотя не помешало бы присмотреться к ней поближе. Очевидно, принцессу похитили, и они хотели, чтобы я ее спас. И все они были очень убедительны в своей настойчивости. Я решил взяться за это дело. Если принцесса хоть в половину так же хороша, как ее мать, день может все же оказаться неплохим, если вы понимаете, о чем я. За драконом! Тебе нужно перебраться с одного острова на другой.
Алло!
Шпион. Отчет. Я пришел за принцессой. Да, да, я был неправ. Забирай, пожалуйста. Забирай ее. О, боже! Знаешь, я передумал. Можешь оставить ее себе. Пожалуйста, забери. Забери ее. Я отдам все, что только пожелаешь. Приятель, сделки не будет. Понимаешь, ничего личного, но... Что ж, тогда решим все по старинке. Но на этот раз проигравший получает...